Интересно, зачем нужны муравейники? Кто из вас не видел этого архитектурного чуда, построенного крошечными, трудолюбивыми насекомыми? Несмотря на внешнюю симметричность муравейника, внутри это сложнейшая сеть лабиринтов и камер. Некоторые из них уходят на глубину до 4 метров. Даже небольшое повреждение надземной части такого сооружения полностью разрушает структуру муравьиного жилища, и на ее восстановление требуется много сил и времени. Муравьев не зря называют санитарами леса. Всего один большой муравейник уничтожает за сезон до 1 миллиона вредных насекомых и их личинок. Кроме того, муравьи способствуют повышению плодородия почвы. Они перемешивают ее, насыщают кислородом и рыхлят на глубину до 70 сантиметров, обогащают органическими веществами, азотом, фосфором, магнием и калием. Поэтому травы, кустарники и даже деревья, растущие рядом с муравейником, пышно разрастаются. Берегите муравейники! Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, почему листья зеленые? Зеленый цвет растениям придает особый пигмент – хлорофилл. С помощью хлорофилла растения улавливают энергию солнечного света и осуществляют фотосинтез, необходимый для их питания. Чем больше света, тем зеленее листва. Осенью, когда света становится меньше, хлорофилл исчезает. Поэтому осенние листва из зеленой постепенно становятся желтого, красного и коричневого оттенков. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, почему некоторые грибы называют ядовитыми? Да-да, грибы могут быть очень коварными, а некоторые из них ядовитыми. Такие грибы нельзя употреблять в пищу даже в небольшом количестве. Самые опасные грибы, которые встречаются в наших лесах – мухомор и бледная поганка. У мухомора ярко-красная шляпка с белыми пятнами, как будто предупреждает об опасности. Не трогай меня! Такой гриб ни с чем не перепутаешь. Бледная поганка бывает разных цветов и может быть похожа на некоторые съедобные грибы, например, сыроежки. Отличить бледную поганку можно по кольцу на ножке с клубневидным утолщением, окруженным свободной белой или зеленоватой пленкой-воротничком. Отправляясь за грибами, внимательно изучите, как выглядят съедобные, а как ядовитые грибы. А если сомневаетесь, какой гриб перед вами, никогда не берите его в свою корзинку. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, зачем одуванчику парашют? Одуванчик – сложноцветное растение. Он распространяет свои семена с помощью ветра. Семена у одуванчиков созревают быстро, но в путешествие по свету отправляются не сразу. Когда устанавливается теплая и сухая погода, от порывов ветра созревшие семянки одна за другой отрываются от цветка и улетают за многие километры. При посадке парашютик опускается на землю своим заостренным кончиком и втыкается между частицами почвы. А дождевые капли, ударяя по парашютику, еще глубже загоняют семя в землю. Так что смело сдувайте парашютики с одуванчиков. Пусть эти солнечные цветы больше нас радуют. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, откуда паук берет свою паутину? Дело в том, что в брюшной полости пауков есть многочисленные железы. Они открываются мельчайшими предельными трубочками, которые находятся на концах 6 паутинных бородавок. Паутинные железы
вырабатывают вязкую жидкость, состоящую из белка. Она выделяется из паутинных желез и застывает на воздухе в виде тонких нитей, которые и являются паутиной. Плетение паутины – это целая наука. Первая нить, которую паук вытягивает из задней части тела, служит для создания основы паутины. Она самая прочная. Затем делается временный каркас из центра паутины к внешним краям. Ну а после паук плетет сеть по кругу от внешнего края к центру. Временный каркас при этом паук съедает и заменяет его на эластичный и липкий шелк. Гуляя в лесу или парке, понаблюдайте за тем, как трудолюбивые пауки плетут свою паутину. Это же настоящее чудо природы! Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Интересно, зачем деревьям кольца? Дело в том, что дерево в течение сезона растет в толщину не одинаково. Поэтому у годичного кольца есть светлая и темная зоны. По ним-то, как по календарю, ученые определяют возраст дерева. Ширина колец с освещенной стороны дерева больше, чем с теневой. Поэтому по пням можно легко определить, где север, а где юг. По кольцам деревьев можно узнать много интересного. Температурные колебания воздуха, количество осадков, лесные пожары, нашествие насекомых-вредителей. Самым старым деревьям-долгожителям, растущим на земле, больше 4000 лет. Для ученых это бесценная летопись жизни на планете. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Если что-то непонятно и у вас вопросов ВОЗ, мы ответим вам занятно на любой на ваш вопрос. Что за звук внутри ракушки? Из чего пекут ватрушки? Кто придумал погремушки? От чего грохочет гром? Где в лесу живут лягушки? Почему у нас веснушки? Наш профессор Почемушкин вам расскажет обо всем. Подпишись на канал «Профессор Почемушкин ТВ» и смотри новые серии веселых познавательных мультфильмов. Ставь лайки, пиши комментарии и задавай свои вопросы, ответы на которые ты хочешь получить. Профессор Почемушкин найдет ответ на любой вопрос. Понравилось видео? Подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.